Здравствуйте, гости и друзья моего канала, с вами Марина и мой канал Марины Орхидеи. Простите за голос, я немножко простыла. Так цветет мой дендробиум нобиле. Это его уже третья волна цветения. Наверное, последняя. И дальше он будет отдыхать. Это его новая псевдобульба. На ней открылось очень много бутонов. А так доцветает последним цветочком мой ярко-розовый дендробиум с ярко-желтым глазком. Такие красавчики дендробиумы, а рядом с ними дендрофаленопсис, сноуджейд. Он очень хорошо себя чувствует после магазина и радует своим цветением. Посмотрите, кто у меня наконец-то решил процвести. Это знаменитая Эрен Добкин. Я жду ее цветения с 2019 года. Я получала два растения, одно из которых погибло, а одно решило процвести. У этого сорта большие проблемы с шеей. Она начинает подгнивать. И еще одна орхидея решила меня порадовать. Моя голубая орхидея, мой Кеннет Шуберт, выпустил сразу два цветоноса. Буду ждать, когда же он наконец расцветет, и обязательно вам его покажу. Жизнь не стоит на месте. Она движется вперед, и я обязательно вам буду это показывать. Вот такая пазуха, из которой торчат два цветоносика. Мой Кеннет Шуберт. Посмотрите. Какая белая полоса у моей притории. Летом, когда было жарко, она цвела вообще неузнаваемо. Она была просто розовенькой. Я думаю, когда откроется несколько цветочков, я вам ее покажу, и вы заметите, какая она красивая. Цветет моя домашняя, моя родная орхидея Паламос. Вот такой каскад у нее. И посмотрите, какой свежий цветонос. Как она быстро его наращивает. И сколько уже там бутонов. Открыла свои первые цветочки орхидея Пинлонг Черис. И обещает очень пышное, красивое цветение. Замечательный голландский дикий кот. Он нежится в лучах солнышка и растит свой цветонос. Мой пилорик, мой растрепыш, стайка воробьев. Вот такой он красивый, в полном распуске. Пока не знаю, как он называется, но варианты уже есть. Очень темная, ароматная орхидея Стелленбош, высоченная. Прекрасно открыла все свои бутоны, цветет и радует меня. Бархатная, насыщенная, очень приятная на ощупь Панда Йеллоу. А рядом огромные цветы Яры Брайт. И верхняя сепалия немножко расщеплена. Я думаю, она подсохла дома. Но это очень красивая орхидея с крупными ароматными цветами. У нее очень толстые корни, высоченный цветонос. Рядом цветет мой Санта-Клаус. Его все пять бутонов раскрылись. Они тоже смотрятся немножко перепутанными. Вчера я пересаживала свою Целогину Кристату. Теперь ей будет много места, куда растить свои бульбочки. И скоро она пойдет на улицу выпускать свои цветоносы. Такой вот
красавец Санта-Клаус. Рядом с ним цветет моя бабочка Миньон. Она держит еще все свои цветочки. Яркие щечки – это Caribbean Dream. Очень бархатная, приятная на ощупь орхидея. И красавчик Big Lip Master. Очень красивый. Яркие звездочки орхидеи Balm. Ароматные. Чем их больше открывается, тем сильнее и насыщеннее запах у меня в комнате. Вот такой большой куст. Это на одном растении две деточки. Очень красивый Big Lip цветок. Доращивает свой цветонос. Очень красивые корни у моей орхидеи Green Apple. А рядом тюльпанчик Пилорик Вивальди. Лаковый, красивый. Орхидея успевает расти корешки и новый листик, и цветет. Замечательная орхидея. Очень ярко, красиво открылась моя орхидея Амстердам. Прошло чуть больше года, как я ее покупала, и вот она расцвела. Golden Brick уже немножко выцвел, но держит все свои цветочки и будет доращивать свои цветоносы. Очень красивый гусар Мауди. Какой красивый у него козырек. Такие полосочка к полосочке. И он прячется в моем букете невесты. В моем новом эквестрисе, белом, с желтой губочкой. Какое пышное. Какое замечательное цветение у этой орхидеи. Цветочки маленькие, но из-за того, что их много, это смотрится просто волшебно. Рядом цветет мой ароматный Soga Relix 1671. Он имеет окантовку у своих цветочков, такую белую. Он ароматный. Он имеет револьверное цветение и постоянно доращивает новые бутончики. Вон он спрятался за цветочком. Цветет моя Фронтера. И мой белый-белый Big Lip. Осталось всего три цветочка на орхидее Cranberry Chacha. Все равно она такая задорная. И цветет моя орхидея Просека. Моя легатоподобная орхидея. По-другому ее называют еще горячий кофе. Она очень похожа на легато, очень нежная. От нее идет нежный-нежный аромат цветочный. Остался еще бутончик. Очень красивая орхидея. И, как всегда, завершает показ мой красавец Пенниф. А с вами была Марина. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Оставайтесь со мной. У меня впереди еще очень-очень пышное цветение. Всем пока-пока. И до новых встреч!